Если вы видите это видео, значит, икра у меня получилась. Иначе бы я не стала вам показывать этот рецепт. У меня икра судака. Грамм 150, немного. Делаю первый раз, ни разу не делала. Страшно, что не получится, но что получится. Итак, беру терку и через терку пропускаю икру, чтобы все пленочки наверху на терке остались. Смотрите, очень-очень удобно. Я натираю. Икра вся внизу, без пленочек, чистая, а все пленочки остаются наверху. Теперь я ее заливаю кипятком. Рецепт придумала не сама, все делаю по рецепту. Примешиваем и стяживаем. Затем ее заливаю холодной водой и буду промывать до тех пор, пока вода не станет чисто кристально прозрачной. Надо посолить на свое количество примерно пол чайной ложки. Многовато, да. И немножко подсолнечного масла. В какую-нибудь емкость перекладываю. Все, ставлю в холодильник на 12 часов мариноваться.